Сейчас покажу гайд, как взламывать артефакты и данные с большей частью взлома. Тут у нас один человек онлайн, точнее в локале. Покажу, как вести даже в этой ситуации. Прыгаем на релик. Обязательно пользуемся подсканом. Выбираем ближайший. Летим на него. Включаем клок, включаем ВВД. И ставим его в орбите 500 метров. В случае чего, чтобы быстро отвардить. Зачастую находится компьютер в самом углу противоположному началу. Движемся опять с этого угла в этот. Необходимо нам найти дополнительный артефакт. Вот один. Беленькие точечки мы взламываем в последнюю очередь. Вот попалась еще одна. И используем ее. Направляемся в противоположную сторону. Не получилось. Дается две попытки всего лишь. После того, как мы не обнаружили в этом углу компьютер, мы опускаемся вниз. Осталось только открыть нам белые точки.
сразу он здесь. Взламываем и открываем. Пользуемся подсканом. И снова он оказался в углу. Взламываем и открываем. Если посередине у нас начало пути, то мы идем по углам. В основном я начинаю снизу, как зачастую бывает больше там комета. Тут его нету, значит идем в левый верхний угол. И вот он здесь. Полетим на следующий артефакт. Попробуем, что получилось у нас там. Обязательно пользуем подсканы. Выбираем ближайший чемодан и летим его орбитим 500 метров на МВД. По старой схеме. А вот здесь идем. Здесь я предполагаю, что будет в левом нижнем углу. Хотя здесь оказалось и сразу. Ну, и тут уже не прогадаешь. Не прогадаешь. Продолжаем. Направляемся в правый нижний угол. See, it's a real world.
Data Site. Продемонстрирую, как Data Site. Ну, оно практически все одинаковое. На подскане никого, так что этот пассажир, скорее всего, сидит на станции. Ну, бывает такое, что вас могут бэджи дать, ранее насканированные. Делаем все по старой схеме. Забираем то, что нам надо.